Популярность – вещь сложная. Сначала ты на нее усиленно работаешь, потом она может принести тебе массу хлопот. 24-летний россиянин Ярослав Колчин моментально стал знаменитым после своей выходки в Нью-Йорке. Молодой человек устроил себе экстремальную экскурсию. Взобрался на верхний ярус Бруклинского моста, пересекающий пролив Ист-Ривер и соединяющий Бруклин и Манхэттен. Наверху россиянин провел всего несколько минут, однако этот подъем не остался незамеченным. На момент спуска снизу его уже фотографировали и снимали зеваки, а также ожидали полицейские. Колчину предъявили сразу несколько обвинений в незаконном проникновении, в нарушении общественного порядка и в мелком хулиганстве. На данный момент экстремал отпущен под залог в размере $5000. А мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал усилить охрану на объектах Ист-Ривер. Последнее время случаи проникновения на опасные участки Бруклинского моста участились. За месяц до проступка Ярослава на символ Нью-Йорка и всех Соединенных Штатов покусились немецкие художники. Они заменили звездно-полосатые флаги, которые развиваются на опорах, на белые. Тогда скандальные фотографии этой выходки опубликовали едва ли не в каждой газете.